В Актобе сегодня утром температура воздуха была минус 23 градуса, а 12 декабря, то есть завтра, синоптики прогнозируют 29 градусов со знаком минус. В связи с этим специалисты областного управления образования рассказали, при какой температуре отменяются занятия в школе. Если ветер превышает 2 метров в секунду, при температуре минус 25 занятия отменяются для учащихся начальных классов, а при минус 27 градусов для учеников до 9 класса, а при температуре ниже 30 градусов для учащихся 10-11 классов и первокурсников колледжей. Никаких пропусков не будет, если при морозе ученик не придет в учебное заведение. В случае, если ребенок все-таки пришел в школу, нельзя отправлять его обратно домой. Уроки для них будут продолжаться. Также хочу отметить для родителей, что их дети не будут отставать от программы. Когда погода нормализуется, они наверстают упущенное.